скажем так, их не может не быть. Вот. Объясню почему. Отчасти вопрос приготовления домашней кухни – это творческий процесс, нацеленный на конкретно несколько блюд. И в любом случае технологии, которые мы там используем дома для себя, они явно отличаются от того, что готовит ресторан. Любое кафе, ресторан разного сегмента ценового. Потому что тот же, к примеру, я не знаю, жаркое, да, там, или борщ, или там, плов, ну, вы не приготовите за 15-20 минут нормативного времени, когда в ресторане появился заказ. И уже изначально закладываются разные технологии. Потому что в случае с рестораном идет какая-то подготовительная работа, создается огромное количество каких-то заготовок, полуфабрикатов, технологий, которые позволят, с одной стороны, не ухудшить вкус блюда, с другой стороны, получить то, что попросил гость. В домашних условиях всегда мало того, что времени лимит куда больше, так еще появляется возможность эксперимента. Никогда хозяйка не будет стандартно шлепать одно и то же блюдо 7 дней в неделю, там, по отработанной технологии. Потому что здесь возникает вот этот элемент творчества, душевности, домашности. Это первый такой вот глобальный аспект. Второй момент заключен просто даже в оборудовании. Дело в том, что профессиональное оборудование — это не просто название куска железа, которое выполняет определенную функцию и стоит огромное количество денег. Ну и реже, по идее, ломается, чем что-нибудь для домашнего использования. Температурные режимы. Ну, скажем так, ни одна домашняя духовка не сравнится с профессиональным пароконвектоматом. Ну, невозможно повторить, потому что это действительно определенная энергоемкость, это определенная производительность, это определенные технологии, да и смысла дома такое делать нет. Мы ради интереса пробовали несколько ключевых блюд нашего формата повторить дома при одних и тех же ингредиентах. Ну, к примеру, пицца, да, те же ингредиенты, та же пицца, тот же соус, все вроде то же самое, и все равно отличается. В силу каких-то факторов, не те температурные режимы, не так ровно они держатся, не то оборудование, похоже, безусловно, но не то. Вот, поэтому отличие будет всегда, и это нормально, потому что если бы ресторан предлагал то же самое, что возможно приготовить дома, на домашней кухне, тогда вопрос смысла ходить в ресторан. Просто ради увидеть новый интерьер и, в принципе, в этот раз не помыть посуду. Но, согласитесь, это немного не та цель, ради которой мы платим вот эти большие деньги, чем могли бы любимые, да, тезис гостей. Чаще всего обиженных какими-то условиями ресторана, вот, и зачем я заплатила в 3 раза дороже, когда я то же самое могу приготовить дома. Вот. Если бы это все было так просто, то тогда ресторанный бизнес исчез как факт. Ну, разве что осталось бы в каких-то туристических городах, потому что, ну, домашняя кухня далеко. Вот. Поэтому это нормально, что есть отличия. Отличия всегда будут. И нельзя сказать, что лучше. Ресторанная кухня с точки зрения там, каких-то качества вкусов или чего-то, или домашняя. Это разные вещи. Невозможно сказать, вот что сейчас лучше, апельсин или яблоко. Что мы хотим? Что вкуснее, апельсин или яблоко? Для кого-то апельсин, для кого-то яблоко. Для кого-то утром апельсин, а днем яблоко, да, для одного и того же человека. Просто не стоит сравнивать, нету конкуренции. Это параллельные потоки. От шеф-повара зависит много. Давайте сразу понимать, как работает ресторан. Если кто-то считает, что если шеф-повар станет директором и будет чудо, и в этот ресторан будут ходить тысячи гостей, неверно. Потому что никто не отменял организацию сервис-команды, официантов, барменов, процесса встречи гостей, обслуживания и так далее. И шеф-повару традиционно будет не очень интересно, как это организовать. Он всегда скажет: ребята, кухня главная в ресторане. Будет прав. То есть я не сказал, что не прав, он будет прав. При этом тут же мы понимаем, что если руководитель, выходец из вот этого процесса взросления там, от официантов, барменов, там, менеджеров, и вот он стал руководителем ресторана, он всегда будет говорить: главное встретить гостя, главное создать предпосылки для вот этой самой атмосферы, любимое наше понятие, да, для того, чтобы гость остался доволен, для того, чтобы в случае каких-то проблем с поварами, они же вечно косячат, да, чтобы мы могли как-то это все там вырулить, и вот тогда будет нам счастье. И он тоже прав. У нас получаются две такие конфронтации. Война кухни и зала — это, наверное, легенда, которая уже рассказывается многие десятилетия, показывается в сериалах, то есть традиционно это есть. Вопрос, кто из них главнее? Да никто. Опять же, и то важно. Это надо балансировать. Поэтому шеф-повар — это тот же менеджер, который отвечает за весь процесс производства, начиная от закупа и контроля того, что ему привезли, и заканчивая выдачей вот этого самого блюда.
Вот. И он может из не очень качественных с точки зрения происхождения продукта, да, ну мы понимаем, пармезан может быть итальянский, там латвийский, который сейчас, естественно, в результате известных событий подорожал вдвое, да, вот, может какой-то быть российский, это не один и тот же пармезан. Название мы исключаем, это единственное, что их объединяет. Вот. И он может приготовить лучше из продукта не более аутентичного происхождения. И наоборот, корявые руки шеф-повара могут идеальный продукт превратить в нечто несъедобное, некрасиво выглядящее и не имеющее цены в принципе. То есть это надо так, с окна выдачи сразу в мусорное ведро. Потому что это вот, говорим, нету профессионализма повара, даже возьмем так. Поэтому шеф-повар — это важный ключевой момент. Продукты — важная составляющая. Вот. Но при стечении всех плюсов качественный продукт, превосходный шеф-повар, отличная логистика в зале, мы получаем идеальный ресторан, ну то, к чему мы все стремимся. Шеф-повар однозначно это творец. Ну, то есть не в том смысле создатель, как бы там, и не проводник его воли, потому что, то есть, это человек, который занимается созданием чего-то. И для него кулинария, в общем смысле, это процесс творческий. Есть такая беда, вот это, кстати, наша проблема сетевых ресторанных проектов, когда шеф-повар вынужден быть менеджером в большей степени, и все его творчество — это 3 раза в год по сезонному меню. Это проблема. Поэтому идеальная картина, когда шеф-повар способен заниматься творчеством, способен привносить новое, способен контролировать процесс и каждый раз как-то художественно даже, пусть по мелочам, но выдавать отдельное блюдо, как произведение, ну, собственных рук, со своим кусочком души. Хуже, когда шеф-повар — номинальная единица, управляющая процессами, стандартами, положили столько, проверили столько, температурная обработка при такой-то температуре, здесь так-то, здесь довели до состояния готовности, здесь поджарили так, здесь повернули, здесь положили. И тогда шеф-повар, он уже становится таким гарантом системного качества ресторана. Но вот здесь вот, вот эта вот проблема у шеф-поваров, которая может происходить. Мы общались с несколькими шеф-поварами европейскими в Москве. Их основное возмущение тенденциями ресторанов в России в том, что бизнес-рестораны очень часто это удел не людей, живущими идеей ресторанов, а людей, у которых есть основной бизнес, и которым захотелось коснуться ресторанной темы. И тогда принцип построения ресторанов происходит по основным принципам построения бизнеса, бизнес-структур. То есть это обязательно должны быть сетевые, возможно, монобрендовые проекты, которые подвержены определенным нормативам, стандартам качества и так далее. А тут возникает основной вопрос. Вот те самые мишленовские рестораны, о которых мы говорим, там отвечает за каждое блюдо шеф-повар. Хуже, лучше — это его творчество, это его процесс. Каждый раз, пытаясь узнать, когда придет инспектор из красного гида Мишлен, они пытаются привнести что-то новое. Каждый год, когда они понимают, что нужно подтвердить эту 1, 2 или 3 звезды, они пытаются привнести что-то в идею искусства приготовления блюд, искусства приготовления блюд. И каждый раз это мы говорим об одном локальном конкретном ресторане. У нас принцип немножко другой. У нас масштабность иная, и получается, что одному шеф-повару вот так с душой относиться к тому, что делает каждый ресторан с утра до вечера, если их там хотя бы даже 2, а если 5, а если 8, а если 10, уже немного не то. И получается, что искусство шеф-повара — это создание очередного нового сезонного меню, привнесение каких-то элементов нового блюда. Но каждодневная работа — это чаще всего уже системный процесс. И здесь получается уже не искусство, а некий менеджмент в производстве блюд. Вот. Тут вот у нас вот такая ситуация. Именно, ну, я бы сказал, в России, наверное. Для меню ресторана здесь очень просто. Мы знаем, что есть себестоимость каждого блюда. Мы знаем, что есть издержки, которые ресторан несет, потому что он существует. Начиная от коммунальных платежей, заканчивая зарплатами, налогами, какими-то там пошлинами и прочим-прочим. Там порядка, там, ну, наверное, наберется 120 статей затрат, которые формируют затратную часть. Зная какой-то там объем продаж, понимая, в каком ценовом сегменте мы состоим, мы получаем формулу ценообразования, и это справедливая цена для ресторана. То есть ресторан все равно это бизнес, да, он не может работать в убыток. Это не социальный проект,
ради некой глобальной идеи, ну, оздоровить там нацию или показать что-то новое, вкусное, потому что чаще всего рестораторы — это не люди, я не скажу, что всегда, очень часто, это не люди, которые прямо непосредственно вложили деньги. Это люди, которые управляют этим проектом, вносят туда идеи, открывают их, используя средства инвесторов. И здесь, к сожалению, это бизнес-процесс. Ресторан должен возвращать вложенные инвестиции. Поэтому справедливая цена — это та, которая вписывается в тот ценовой сегмент, в котором позиционирует себя заведение, оправдывает все свои издержки и вписывается вот в некую вот эту вот концепцию там, среднеценового формата, там, премиум-сегмента или там, дешевых ресторанных сетей. Справедливая цена для гостя — это немножко другое. Он не собирается и, слава богу, не влезает в идею, а как там оно все строится, кому там чего платить надо, какие зарплаты и так далее. Мы как гости, если вот мне встать в позицию гостя, четко понимаем, я пришел в какое-то заведение, и вот я уже озвучивал идею честного блюда за честную цену. И я приблизительно понимаю, у меня же есть опыт гостя, я приблизительно понимаю, что какое-то блюдо той или иной категории, да, там, например, если это мясное, ну, возьмем там стейк, шашлык, что-нибудь такое, да, оно имеет какую-то себестоимость, его кто-то готовит, как-то это происходит, и в принципе по городу приблизительно вот в этом формате заведения вот какая-то такая цена. И вот тут вопрос справедливой цены, насколько мои ожидания являются или не являются обманутыми. Если я пришел и понимаю, что в среднем цена такая же, как везде, но при этом мне лишний раз улыбнулись и принесли все быстро, и приготовили вкусно, тогда более чем справедливо. И у меня первое желание будет еще дополнительно ставить чаевые. Потому что у нас внутри всегда есть вот этот барометр баланса. Если я считаю цену более чем справедливой, то есть ниже той, которую я ожидал, то я всегда это компенсирую, потому что я считаю, что это стоит дороже. Кстати, в Европе это более четко работает, видимо. Очень много проектов, где нет меню с ценами. Вы оставляете денег ровно столько, сколько считаете нужным. И, кстати, с практики этих ресторанов, как правило, оставляется денег больше, чем они бы поставили эту цену в меню. Потому что очень качественно работают над каждым блюдом. И эти рестораны рентабельны. В России, я думаю, что это рискованный будет шаг, опрометчивый, потому что всегда существует категория людей, которые пытаются, ну, объективно пытаются сэкономить, да, то есть, ну, найдя к чему придраться, скажем так. Вот. А поэтому здесь, насколько я знаю, были эксперименты в Москве, кажется, но я не могу назвать сейчас конкретных брендов. Поэтому, но тем не менее, если мы говорим об опытном госте, который ищет новые вкусы, который не боится экспериментов, который пытается получить эту эмоцию, он всегда четко понимает, вот цена справедливая или нет. Если несправедливая, если она выше, чем он ожидал, и все ему как-то не понравилось по ряду каких-то причин, он, естественно, будет возмущаться, он потребует или ему предоставят какой-то комплимент от заведения. Все равно в хороших ресторанах этот баланс работает и с другой стороны. Там бывают заведения, где вносят какой-то процент за обслуживание, что, на мой взгляд, неверно, но тем не менее существует. И гость, естественно, справедливо откажется, а чего я должен платить 10-15% за что? Я и так заплатил за блюдо, а обслуживание, на мой взгляд, здесь не соответствует этому качеству. Вот. Поэтому то есть справедливость цены для гостя — это вот этот баланс ожиданий и того, что он получил.